зная историю, будет и будущее. Вот эти календари классные вообще. Вообще, это лучшие календари. В этом году у нас мы празднуем столетие отечественных прыжков в воду. И в городе Пенза во время Кубка России здесь сделали небольшой музей, где представлены разные экспонаты из истории о прыжках. Если в каждом виде спорта будет такая экспозиция, да, может больше, может меньше, это будет приковывать взгляды людей, и спортом начнут интересоваться все больше и больше. Поэтому наша федерация подготовила действительно замечательную экспозицию. И когда мы это все в первый раз увидели, я так скажу, что у меня мурашки просто по телу тоже побежали, потому что это история, а история – это наше все. Есть разные газеты старинные про прыжки в воду. Символика Олимпиады и так далее. Классно сделали, чтобы напомнить спортсменам об истории. Тут есть олимпийские награды других спортсменов. Тут все чемпионы России с 1923 года по 2022 год. То есть в этом году прыжкам в воду 100 лет. И то, что такой музей создали, грубо говоря, это просто шикарно. То есть эта экспозиция привлекает взгляды всех, кто приходит в бассейн попрыгать, поплавать. Просто мимо проходит. Действительно, люди интересуются. И это очень важно. Помните историю спорта. Я не говорю, да, про прыжки в воду, а в целом. А вот это вот купальники и костюмы, в которых прыгали в середине 20 века. Очень интересно посмотреть, как было раньше и как это сейчас, насколько эволюционировало. Я не задавался раньше этим вопросом, но вот сейчас я узнал, что первым чемпионом Советского Союза стал Борис Астафьев в 1923 году. Подошел наш взрослый спортсмен, который прыгал еще там 50 лет назад и поделился вот таким интересным экземпляром по технике прыжков в воду еще тех времен. Но все равно школа-то у нас советская, то есть тренеры оттуда сильнейшие были, и мы, конечно, что-то меняется, эволюционирует, но все равно основа остается одна и та же. И теперь очень интересно изучить книгу, которую выпускали в СССР. А здесь вы видите зал славы отечественных прыжков в воду России. Здесь представлены лучшие спортсмены и тренера в истории прыжков в воду России. И вот на этих стендах написаны имена чемпионов. Вот здесь представлены современных прыжков в воду. И, кстати говоря, тут даже есть я. Это очень приятно. Приходи в прыжки в воду, будем делать историю вместе.